Эй, всем привет, меня зовут Дмитрий, это канал Код ТВ, и сегодня мы продолжаем проходить Инадзуму 2.1. И в этот раз будем проходить Кошка Нека, ящик для подношений. Так, очистить помещение от грязных пятен. Ну тут вроде как Сахароза должна без проблем с этой задачей справиться. Закончена твоя уборка. Еруич сама. И все. Все-то надо было-то. Ну, это был самый короткий квест на сегодня. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока и до новых встреч.